Приветствую, мои дорогие! Сегодня много видео, начнем сразу. Сегодня 23 ноября, суббота, 2024 год, цвет черный, все черное, поминальный день. И мы анализируем с вами разные темы. Я сегодня пробегусь коротко и понятно и ясно на многие темы. Давно хотел сказать в своем YouTube-канале, если корейцы на СВО, есть и будут еще, уже есть погибшие, я в этом уверен, это мой прогноз. Кроме того, еще несколько государств готовы прислать нам своих граждан на основе совместных договоров, которые у нас будут, безусловно, с этими государствами. Речь идет об Иране, который готовит договор и тоже хочет пропустить через СВО своих воинов. И об этом будет отдельное видео. Готовятся африканские государства нам контингент предоставить за то, что мы им помогли в Африке. В частности, наши спецгруппы и ЧВК. И там тоже очередь выстроилась, и я уже записывал видео, 33 договора о взаимопомощи мы заключили со странами Африки. Это все было в ноябре месяце сделано. Ноябрь в этом плане месяц тайных переговоров, тайных соглашений, пунктов, подпунктов, как раз на эту тему. Война, спецоперации, особые протоколы, особые договоренности. Лучшего месяца в году не найти. Тем более с предпосылкой перейти в следующий год и уже в следующем году показать всю мощь и силу и результативность по операциям, по их результатам. Поэтому мой прогноз расширения контингента других стран на СВО весь 2025 год будет продолжаться. Я эту фразу несколько раз повторю сегодня, но скажу в этом первом видео. Все только начинается. И я постараюсь вам объяснить сегодня, почему. Почему именно сейчас, почему именно в ноябре, почему именно в 24-м высокосном году, год Юпитера, апостольский год. Все именно по этой причине. Все карты вскрыты, все оружие показано с той стороны, который за Украину бьется, сражается. И мы это все увидели, узнали, подытожили и тоже подготовились. Об этом тоже будет сегодня много видео. Итак, ждите новостей в этом году и в следующем по поводу и корейцев, и иранцев, и африканцев. К сожалению, будут и погибшие, но победа будет за нами, ибо наше дело правое. Все только начинается. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео, комментируйте ваше мнение, ваши ощущения на эту тему. Это такое вступление. Сегодня день Архангела Салафиила. Ой, простите, Гудиила, Салафиила вчера было. Архангел, защищающий монахов, церковь. Основы церкви, про церковь сегодня тоже поговорим, есть новости. Значит, день поминальный, субботний, цвет черный, мы помянули всех усопших, всех погибших, всех отдавших жизнь на СВО и до СВО, и в Сирии, и в других районах и странах мира. Я сегодня много-много поминал усопших. Надеюсь, и вы тоже. Идем дальше.